Ну, здравствуйте, 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 товарищи, господа, дамы и мамзели. Добро пожаловать на крайне полезный видик по консольной версии танков в студии Дантист. Приятного просмотра. Вы меня спросите: Антоха, что же ты за такой полезный видик хочешь нам показать и рассказать? А я вам отвечу: плюс 300% серебра, плюс 300% опыта на танках холодной войны первого периода, первых уровней. Это Т-44А и М46А1 Паттон. Данный бонус будет активирован с 23 ноября, со вторника. X4 к опыту, X4 к серебру. Так что можно и пофармить, и покачаться. Как же играть на данных агрегатах и что на них ставить из перков и оборудования? Сегодня я вам покажу, расскажу и покажу, как примерно отыгрывать на этой технике, чтобы побыстрее нафармить и прокачаться. Т-44 и М46А1 примерно, да не примерно. И перки, и оборудка будет одинаковая, как по мне. Я установил и туда систему контроля тяги, оптимальную боеукладку и стабилизатор. И, конечно же, подробные данные о цели. Вот она, боеукладочка, стаба, система контроля тяги. По снаряге. Также и туда я поставил голдовые расходники. Вы мне скажете: Антоха, а как же фармить? Зачем ты ставишь дорогие расходники? А я тебе отвечу. Эти расходники помогут тебе дольше жить в бою. Если ты будешь дольше жить, значит, ты будешь больше настреливать. И больше принесешь себе в ангар серебра и опыта, конечно же, это логично. Не стесняйтесь, не бойтесь, ставьте голдовые расходники. И с ними вы будете фармить. Да, есть небольшая разница в стоимости, но оно того стоит. Такая тавтология. Стоимость стоит того. По поводу боекомплекта у Т-44 я поставил 31 под калибр, который является на самом деле ББшкой. Скорость полета 900 метров в секунду. Я вижу, что это ББ. Я не Ванга, но я вижу. По поводу кумулей я поставил 25 штук. С ББшками небольшая проблема. 190 пробития. Ну, это маловато против какого-нибудь М48А5 Паттон. Если видишь ты А5, заряжай кумули смело, чтобы бить его в корпус. Естественно, в ЛД, в НЛД, минуя гусеницы. Сам понимаешь, гусеницы сжирают кумули. Ну, это всем известно. Не буду на этом останавливаться. По поводу М46А1. Прям один в один. Поставил и снарягу голдовую, и по снарядам поставил ББшек 50 штук. Они здесь, кстати, нормальные. 234 мм бронепробития. Это хорошее пробитие. И кумулей с пробитием 300 мм поставил 20 штук. Кумули, кстати, летят 1200 быстрее, чем ББшки. Странно, но да ладно. Пусть будет так. По поводу командира. Перки универсальные для первого периода, как я считаю, можешь ставить и на тот танк, и на другой. Бахай паузу и выставляй у себя в ангаре, не ошибешься. По поводу вообще веток в целом, что бы я советовал в первую очередь отыгрывать? Прокачать, конечно же, лучше советскую ветку, пока есть бонус к опыту, ты быстро пройдешь Т-44А и выйдешь на Т-54, там уже геймплей повеселее будет. Ну а топовый танк ветки уже совсем веселее будет. Ветка восточного блока, она более дружелюбная. Попадая потом на второй период, ты, купив 72-ку первую, почувствуешь мощь советской стороны. Настоящую красную угрозу будут ощущать твои противники в бою. 72-ки все, начиная от первой, заканчивая последней, на третьем периоде офигенные машины и комфортно на них играть. Для новичков в холодной войне это наиболее дружелюбные танки. Конечно же, я рекомендую в первую очередь с 44-ки начинать. Я думаю, вы меня поняли, я объяснил, держу, в общем-то, в курсе. Бой я хочу начать непосредственно на 44-е, на Паттоне. Примерно будет то же самое, они по эффективности плюс-минус одинаковые, да, тут пробитие чуть-чуть похуже, там получше, но здесь альфа 320, там альфа 240. Будет лететь, естественно, у Паттона по 180, по 190, как обычно, у 44 будет лететь 250-260. Но, тем не менее, у 44 альфа побольше будет, поболее, поприятнее, поэтому покажу сейчас на нем, что делать. Если ты хочешь фармить и быстро качаться, не надо стоять на третьей линии. Почему? Объясняю. Когда ты играешь на второй, на первой линии, ты помимо того, что дамажишь и по своему засвету, что немаловажно, ставишь на катки, что тоже очень важно. Всегда старайтесь давать урон через каток.
полезно. Когда ты ставишь на каток, союзники стреляют по твоему катку, тем самым принося тебе ассист, а это в копилочку и опыт, и серебро. Хорошо. Плюсом, находясь на первой-второй линии, ты также будешь еще светить, непосредственно также получая серебришко и опыт авангард. Это прям офигенно, приятно, полезно и вообще красиво смотрится. Поеду я на рыбацкой бухте светить перекатку, может кому-то получится прокинуть. Здесь есть где-то такая ложбинка, сколько я помню. А, ну да, вот она. Вот она, ложбиночка моя любимая. Потом получил немножко по борту и что-то притих. Видимо, потом больше не поедет. А, хитер. Хитер. То есть он там стоит все-таки у камня. Просто я его не вижу. И не подставляется теперь. Так, меня ЛТшка засветила. ЛТшка на центре катается. Вот видишь, ребятки стоят на Б1, Б2. Не очень позиция. Они, может, и прикрывают, да, но позиция для настрела там такая себе. Посредственная, я считаю. Можно, в принципе, уже через город проехать. Патонов. Ага. А, я тебя вижу. Хитрый. Стоит там. Снайпер. Ты нормально там устроился, да? Попал я ему в каток, но на каток я его не поставил. Обидно, вообще неимоверно обидно. Почему? Почему он, а не я? Так. Ну. Вроде бы. Ага. Ну там что-то прям жирное стоит. Типа 54. Ну, по крайней мере, я вижу, что ты там, друг. Скорее 54. А, не, 44. Прям, ну, корпус попутал. Знаешь, башню не видно. Тысяча извинений. Не признал. Не признал. Выше снаряд улетел. Томми, ты снайпу? Понятно все с тобой. Это ты молодец. Неплохо снайпуришь, стоишь. Тебя почти не видно. Куст твой друг, я смотрю, да? Ха. Окей. Мой косяк. Кто тебя просветил? Или это не ты? Да не, это он. Неужели ты хочешь убежать? Это не он, а он. А, вот, да там у них целое собрание снайперов. Слушай, они еще и фугасами по мне стреляют. Это вообще нормально. Интересные ребята. На фугасах, конечно же, нельзя играть. Что, ну это бред. Это тупо бред. Через каток, на всякий случай, вдруг альфа не пройдешь, чтобы он там стоял уже и не двигался. Я вижу, что город меня продавили. Вражины, о чем это говорит? Что следует, естественно же, отступить. Ну видишь, у меня по засвету здесь абсолютно ничего нету, это обидно. Ну карта такая, она предрасполагает. Я мог поехать по первой линии, но там был высокий шанс нарваться на раш. Там часто рашат пацаны с этой мельницы, прям очень часто влетают. О, Е3, кстати, едет, это серьезный противник. Его, по сути, только кумулями можно пробивать в лобешник. Так, ты как-то там стоишь, интересно. Маленький, не бей меня. Где третий? Нужно понять, куда будет двигаться Е3. Каков твой выбор цели, молодой человек?
Ясненько. Понятно. Ты выбрал не меня, но это твоя ошибка. Что ты можешь сказать? Давай вперед. Я думаю, уже нет повода бояться. Я думаю, даже можно на него влететь, судя по карте и судя по количеству противников оставшихся. Да, я наполучаю от него. Возможно. А может даже и нет. Он даже... Ну, ты на меня внимания не обращаешь. Слушай, ты меня игнорируешь. А так нельзя. Это не... Такое я не приемлю. Когда игнор, это все. Это погибли. Это погибли. Ого. Ого. Броня. Броня бортой. Ух ты, а там 28. Ну, это кумули. Если успею, конечно, доехать. Смотри, еще и фульный остался. Вообще, достойно бой. Достойно бой провел, я считаю. На ББшках. Эх, жалко, по 268 не успел тычку отдать. Ну да ладно. Сейчас посмотрим, посмотрим, что получилось нафармить. Держу в курсе, сейчас нет бонуса X4 ни к опыту, ни к серебру. Соответственно, я получу обычные результаты. 144 тысячи без всяких бустов. И 5 тысяч опыта дала. Ну, это как бы неплохо. Представляешь, что будет, когда X4 подрубят? Так что я рекомендую, конечно же, рекомендую поиграть. Кто еще не пробовал? Ребятки, можно будет пофармить, я вас уверяю. Даже если у вас нет прем-танков с холодной войны, есть вот эти первые уровни, первые машины, и вы на них сможете достойно так фармить серебро. Пользуйтесь обязательно, мой вам совет. Может быть, даже еще и зайдет, и как... Настоящие советские патриоты прокачаете 72-ечки, как я это сделал, собственно. Обожаю 72-ки, классно выглядят. Респект художникам, годно нарисовали. Вот, так что дерзайте. Вот, что хотел, я вам рассказал, показал. Думаю, видик был полезный. Запоминай обязательно, что не нужно бояться. И чем больше ты будешь агрессировать в бою, с умом агрессировать и держаться поближе к врагам, тем больше ты будешь настреливать, светить, ставить на катки, тем самым ты будешь больше фармить опыт и серебро. Будет все классно и всем будет полезно. Ну что сказать, всем счастья, здоровья, хорошего настроения, конечно же, снимаю шляпу и до встречи в рандоме.